Здравствуйте, меня зовут Федор Васильев. Я вас приветствую в очередном топе. В этом видео вы увидите топ 5 аудио виджетов для программы Adobe Muse. И пятое место открывает топ Mood on Mood аудио виджет. Внешне представляет из себя небольшой виджет, где вы загружаете свой MP3 файл, загружаете кнопки Play, то есть картинки, кнопку паузу. И вот визуально давайте посмотрим, как он работает. Изначально он выключен, там можно сделать автоплей, повторение, чтобы циклично играла музыка. Давайте я нажму на эту кнопку и слушаем. Вот вы сейчас видели отличный виджет. Также можете эту кнопку разместить где угодно на вашем сайте в Adobe Muse. Движемся дальше. Четвертое место занимает виджет Multicolor Audio Player Widget. Внешне представляет из себя вот такой разноцветный виджет. Это уже более серьезный виджет. Здесь имеется кнопка Play. Дальше время. Вот такая полоска, где у нас показан уровень, то есть на каком уровне сейчас проигрывается трек. Дальше есть управление звуком, где мы можем мышкой управлять звук. Давайте включим, посмотрим, как работает. Вот такой вот очень красивый виджет. Если мы посмотрим в программе Muse на данный виджет, он имеет достаточно широкий ряд всевозможных настроек, управления цветом и многие-многие другие настройки. Третье место моего топа занимает виджет Click Hover Audio Effect Widgets. Данное отличие виджета, что мы можем на любой элемент в программе Adobe Muse разместить эффект. То есть это хорошо подойдет, если вы хотите сделать меню в Adobe Muse и каждую кнопку снабдить каким-то звуковым эффектом. Но я разместил тот же звук, который вы слушали в предыдущих виджетах, и разместил этот виджет, прикрепив к нему логотип Muse. То есть сейчас логотип Muse подсоединен через Graphic Style к этому виджету. Если мы кликнем, у нас начнет играть музыка. Конечно же, здесь больше подойдет именно небольшой звук, который сопровождает клик кнопки, но в данном случае здесь просто звук. Давайте посмотрим, я кликаю. И вы видели, как все сработало. Если мы посмотрим изнутри на данный виджет, здесь мы видим небольшие настройки, что разобраться здесь может даже школьник. И, конечно же, в данном виджете вы можете переключиться, чтобы звук сработал при наведении мыши на объект. Это тоже важный момент. Второе место моего топа занимает виджет On Scroll Audio Effect Widget. Вся прелесть данного виджета в том, что звук срабатывает тогда, когда мы прокрутим нашу страницу до определенного места на сайте. Конечно же, это определенное место мы сами выбираем. Смотрите, я прокручиваю сайт. И срабатывает звук кричащего зомби, когда я прокручиваю как раз таки до второго блока. Причем можно сделать так, чтобы этот звук повторялся все время. То есть я прокрутил наверх, сейчас начинаю прокручивать вниз. И вы слышите, что звук опять повторяется. И это можно сделать единоразово. Вот такой вот необычный виджет.
И первое место данного топа занимает виджет Music Player Pro. В данном случае мы видим уже полноценный плеер. Сейчас вы видите у себя его на экранах. Он приклеивается жестко к нижней части сайта и при прокрутке остается на месте. Его также можно свернуть. Здесь есть кнопка крестика. Если мы кликнем по крестику, сворачивается плеер. И остается здесь кнопка play. Причем, если мы запустим музыку и закроем плеер, он будет все равно играть. А вместо значка вот здесь вот плеера будет такие эквалайзеры показаны. В чем прелесть данного плеера? То, что здесь, вы видите, можно размещать полноценный плеер до нескольких треков. Также здесь все есть. Перемотка, точнее, это переключение треков, кнопка play. Причем каждый элемент можно поменять цвет. Управление звуком. Ну и, в принципе, вот он и есть, весь этот плеер. Давайте включим. Закроем. И вот мы можем наблюдать то, что вот здесь бегут эквалайзеры. Сейчас я переключил трек. И переключил еще раз. Все работает. На этом здесь все. Данный топ подошел к концу. Надеюсь, для вас данный топ был интересен, полезен. Если это так, поддержите меня, пожалуйста, лайком и подпиской на канал. А также напишите обязательно в комментариях, какие бы вы хотели видеть топы в рамках моего YouTube канала. Данные виджеты предоставили конторы. Все виджеты коммерческие и стоят они от 5 до 10 долларов за штуку. На этом здесь все. Пока-пока. Если вы уже стерли пальцы в поисках хорошего качественного хостинга для вашего лендинга на Adobe Muse или сайта на Joomla, неважно, то сейчас я вас хочу познакомить с замечательным хостингом под названием Hostik. Сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен. Главное примечание хостинга – тестовый период 30 дней. 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно. Второй очень важный момент – возврат денег в течение 45 дней, если вас не устроят услуги хостинга. Готовый КМС – 3 года на рынке. Молодой хостинг – это очень важно. Онлайн-поддержка на высоте. Перейдя на хостик, вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник – это онлайн-чат. Круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы и даже ночью. Лояльные цены, мощные сервера. Если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге, но он вам не нравится, служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт к ним. У них есть замечательная акция – 3 месяца бесплатного хостинга. Ознакомиться с данной акцией вы сможете, перейдя на этот хостинг. При оплате за год можно сэкономить до 45%. А также для мощных сайтов хостинг предоставляет мощные сервера. Вы меня знаете, я вам плохого не посоветую. Итак, если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом, ссылочка под этим видео. Переходите и знакомьтесь.